Настоящую оттепель обещают жителям края в начале марта. Правда, это никак не будет связано с погодой. Так называется новое шоу «Самой красивой». По мнению целого ряда светских изданий, девушки страны Веры Брежневой. Певица обещает барнаульцам исполнить самые известные хиты. Популярность к Вере пришла вместе с успехами коллектива «Виагра», в которую она пробилась во время кастинга. Затем ушла в сольное творчество, правда, и там не затерялась. Хит «Любовь спасет мир» побил всевозможные чарты и стал народным. Одной сценой Вера не ограничилась, снялась в нескольких кинолентах. Так, картина «Любовь в большом городе» только добавила популярность исполнительницы. Где и когда можно будет увидеть и услышать Веру Брежневу в Барнауле, она скажет вам прямо сейчас сама. Привет, прекрасный Барнаул! Совсем скоро, 4 марта, мы увидимся в Театре драмы. Ваша Вера Брежнева. До встречи. Очень жду.